Снижение слуха может быть связано с изменениями в наружном слуховом проходе. Например, серная пробка. В среднем ухе это воспалительные заболевания. Ограничение подвижности в системе слуховых косточек за счет рубцовых и склеротических изменений, а также патология внутреннего уха, которая, в свою очередь, может быть связана с сопутствующими заболеваниями: гипертоническая болезнь, шейный остеохондроз, сахарный диабет. С вирусными инфекциями может быть связано снижение слуха, например, эпидемический паротит, корь, грипп. К снижению слуха часто приводят травмы головы, баротравмы, возникающие при ныряние и авиаперелете, а также прием ототоксических препаратов и опухоли головного мозга. Обследование, которое можно пройти в санатории Сибирь, это осмотр врача-отоларинголога, акуметрия, это когда проводится определение шепотной и разговорной речи, и по показаниям дополнительное обследование аудиометрия, которое позволяет выявить заболевание на ранней стадии и определить локализацию поражения в среднем или во внутреннем ухе. Профилактику снижения слуха следует проводить путем своевременного выявления данной патологии, лечения воспалительных заболеваний уха, лечения сопутствующей патологии гипертонической болезни, шейного остеохондроза, а также ограничения воздействия шума на орган слуха. В шумном производстве рекомендуется использовать индивидуальные средства противошумовой защиты. Это, например, беруши, внутриушные вкладыши или наушники –